Друзья, приветствую всех на канале Птичий дом. Сегодня будет немножко нестандартное видео для канала. Я давно хотел завести подобную рубрику, давно хотел заняться подобными съемками, но не всегда наши желания и наши возможности совпадают. Но вот этой осенью, буквально там месяц назад, у меня в принципе получилось отснять довольно неплохие кадры по некоторым видам птиц. Ну и, соответственно, постепенно я их буду публиковать, выкладывать у себя на канале. Рубрика будет называться, скорее всего, «Птицы крупным планом». Для зрителей, которые смотрят на экранах смартфонов, я думаю, что планы действительно будут крупные, действительно хорошие. Для тех, кто смотрит на там широкоформатных телевизорах или мониторах, ну, картинка будет, скажем так, средненького размера. Я думаю, что вы понимаете, что отснять многих певчих птиц, особенно зерноядных, особенно полевых зерноядных, в реальных условиях их обитания довольно тяжело. То есть они боятся человека, у них там специфическая кормовая база, они не всегда подпускают к себе человека на расстояние, достаточное для съемок. Но некоторые вещи я там попытался воссоздать у себя во дворе. А некоторые вещи я буду специально подготавливать тачки и на этих тачках снимать. Ну и, в общем, скорее всего, подобные видео будут выходить раз в месяц. И, скорее всего, это будет первый или второй понедельник месяца. Вот. Ну, сегодняшнее видео будет посвящено щеглам. Не стоит от него ждать чего-то волшебного. Это просто щеглы, можно сказать, что в естественной их среде обитания. Щеглы на корму, на подсолнухе. Ну, я думаю, что в общем и целом эти видео будут довольно интересные и в некотором роде познавательные в плане поведения птицы, в плане того, как птица там выглядит. То есть не то чтобы там будут видны мелкие детали, но разница между определенными особями будут видны довольно хорошо. Ну и, наверное, будем переходить от слов к делу. Я прошу не судить меня строго. Снимал тем, что есть, снимал как мог. Ну и насчет звукового фона. Возможно, в будущем я буду накладывать запись пения на подобное видео. Но вот сейчас звуковое сопровождение будет от моего птичника, потому что снимал я от птичника. Снимал за довольно большого расстояния, то есть там порядка, наверное, 18-20 метров я снимал щеглов. Ну и приходилось довольно долго сидеть. Поэтому фоном как бы камера восприняла то, что происходило у меня в птичнике, жужжание моих птиц домашних, скажем так. Поэтому это не будет звуков, там постоянных звуков щеглов. Ну, наверное, все. Наверное, переходим к видео. Желаю вам приятного просмотра. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, конечно же, ставить лайки, ну или дизлайки. Как вам зайдет этот видос? Всем удачи, хорошего настроения. Пока.